Вторая часть нашего вебинара будет посвящена получению средств всех форм выпуска торговой марки «Фитоден», а также свойствам каждого из продуктов, которые имеют важное значение для результата применения, для длительности эффекта, для раскрытия эффекта и направления действий. Список сокращений, используемых в видеоролике. Фитодентология, часть вторая. Приготовление и свойства средств Фитодент. Приготовление эликсира. Эликсир представляет собой водно-спиртовой концентрат. В его состав входит несколько важных компонентов. Это в первую очередь медные производные хлорофилла. Это экстракт коры осины. Водная основа, для чего используется вода очищенная, это этиловый спирт в концентрации 25%, его всего 20% по массе, и натуральный мятный ароматизатор. Спирт введен сюда для стабилизации экстрактов осиновой коры в высоких концентрациях, поэтому эликсир при производстве технологически готовится из двух компонентов – это водный и спиртовой вытяжек. Медные производные хлорофилла, точнее натрий-медь хлорофиллин, более стабилен, чем нативный хлорофилл. Это обеспечивает его длительную активность и сохранение на протяжении всего срока годности. Водно-спиртовая вытяжка используется в течение 36 месяцев со дня производства. Также этиловый спирт здесь является и консервантом всей вот этой сложной растительной конструкции, входящей в состав компонентов. Ну и он самостоятельно обладает бактериостатическим действием. Экстракт коры осины содержит большое количество активных компонентов. Ну, ароматизатор натуральный, мятный, он придает приятный вкус и запах. Водно-спиртовая вытяжка всегда разводится водой в среднем соотношении 1 к 20. И при смешивании мы получаем однородную, светло-зеленую прозрачную жидкость, которая в дальнейшем фасуется во флаконы объемом 25 мл. Такая форма выпуска очень удобна, ее можно взять с собой и всегда иметь при необходимости применения в течение дня. Продукция прошла клиническое и токсикологическое исследование. Из 2003 года исследована различными кафедрами разных институтов Санкт-Петербурга. Где может применяться эликсир? Это, конечно же, различные проблемы, содержащие инфекционный компонент, либо обострение хронических проблем у пациента. Требования к выбору средства. Нам надо, чтобы это средство отлично очищало рану, имело антимикробный эффект, устраняло отечность тканей, быстро восстанавливало самочувствие пациента и устраняло повреждения. Эликсир представляет собой водно-спиртовой раствор, где содержится максимальное количество биологически активных веществ. Он дает стойкий, длительный эффект, не вызывает привыкания за счет особенностей компонентов, входящих в состав, и 25 мл удобно взять с собой. Он также пенится за счет содержания кокамидопропилбетаина, поэтому является также поверхностно-активным веществом, что способствует его очищающим свойствам. Может применяться в виде аппликаций на марлевом тампоне в менее разведенном состоянии. Эффективность эликсира достаточно давно доказана различными университетами, это МАПО Санкт-Петербурга, Военно-медицинская академия, университет Павлова. Он повышает статус
антиоксидантной защиты в ране и иммунный статус, что способствует восстановлению тканей, их репарации и регенерации. Свойства эликсира Фитодент. Поскольку он представляет собой водно-спиртовую вытяжку, мы всегда разводим его водой в соотношении 1 к 20. Но за счет максимальной концентрации он дает достаточно стойкий эффект и имеет экономичный расход, чем обусловлено объем формы выпуска. Приготовление масла Провитан. Масло Провитан включает в свой состав в качестве основы персиковое масло первого холодного отжима. Бывают случаи, когда мы используем в качестве основы медицинское оливковое масло, также холодного первого отжима, поскольку нам нужна максимальная свежесть и максимальное растворение всех активных компонентов. В данном случае это хвойный концентрат, который включает в себя большое количество каротиноидов, лютеин, ликопин, зеаксантин, провитамины А, органические соединения, ненасыщенные кислоты и еще многие другие, которые действуют мультинаправленно и комплексно. При получении практически все активные компоненты растворяются в основе, в персиковом или оливковом масле. Масляная основа была выбрана не случайно для того, чтобы иметь возможность доносить активные компоненты в труднодоступные участки, чтобы данный продукт имел свойство текучести и при сложной анатомии мог быть также эффективно использован. Масляный экстракт масла Фитодент Провитам имеет ярко-оранжевый цвет и также фасуется во флаконы объемом 25 мл темного стекла. Во избежание нарушений свойств и изменения свойств масляной основы, его прогорканию, окислению и потери эффективности. Масляные экстракты комбинируются пипеткой для удобного их нанесения в труднодоступные участки. Масло Фитодент Провитам применяется при атрофических состояниях слизистой и десны, а также при зуде, шелушении и нарушениях пластических свойств десны и слизистой. Масляный раствор отлично затекает в уголки и труднодоступные места. Он не содержит химических отдушек, красителей и консервантов и, по сути, изготовлен полностью из натуральных компонентов. Объем его 25 мл, что также удобно взять с собой, имеет приятный вкус и яркий желтый цвет. При атрофии слизистой оболочки полости рта может применяться достаточно активно. В лор-практике масло Фитодент Провитам используют давно. Оно подтвердило свою эффективность при различных атрофических процессах слизистой. Это не просто косметическое масло, а действительно настоящий регенерирующий агент, который улучшает процессы репарации и регенерации слизистой в полости рта. Свойства масла Провитам. Специальная анатомическая пипетка позволяет равномерно распределить масло на слизистой, и масляный раствор имеет высокую текучесть и предназначен для труднодоступных мест. Наносить его очень удобно и просто.